Елена Григорьевна Малышева, доктор филологических наук, заведующий кафедрой журналистики и медиалингвистики Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского, автор 27 учебно-методических изданий и более 150 научных публикаций, в том числе и двух монографий. Елена Григорьевна ⁇ преподаватель с большим опытом и известный ученый. Ее научные доклады, лекции интересны и увлекательны для коллег ученых и студентов российских и зарубежных вузов. Елену Григорьевну ценят не только за глубокие знания. Она невероятно харизматичный преподаватель, который владеет всеми секретами коммуникации. А еще Елена Григорьевна ⁇ азартная и активная болельщица. Мы очень удивились, когда узнали, что тема вашей... Кандидатской диссертации отличается от темы вашей докторской диссертации. Расскажите, почему так получилось, как вы выбрали тему своей первой диссертации. Когда я была молодой и писала кандидатскую диссертацию, то я писала ее о поэтах серебряного века и выбрала одного поэта. Мне давали пять, по-моему, имен на выбор сказали, почитай стихи. Я до этого кого-то читала, но точно не того, которого выбрала. Он только еще начинал печататься в постсоветской России тогда. То есть это был запрещенный поэт. Это возвращенное имя. Вот. Но мне сказали, почитай. И вот какой тебе, какие стихи лягут на душу, что называется, их же еще анализировать, про него же еще писать про этого человека. Значит, вот то и выберем. Ну и да, я выбрала Владислава Ходосевича. Это самый депрессивный из всех предложенных был поэтов. Я не шучу ни капли. Его такая самая важная тема – это тема смерти. Она у него прям с, с молоду была и до конца. И он почти не писал про любовь. Но я не могу вам объяснить, короче говоря. Почему он, он меня привлек именно он? Тогда я еще не прочла какие-то исследования про него, где было сказано, а возможно, я это просто почувствовала, где было сказано, что он наследник как раз Пушкина, то есть он резко отличался от символистов и не был символистом только в своем раннем творчестве, что это вот эта другая линия Пушкин, Фет, Тютчев, что он увлекался балетом и был, хотел быть танцовщикам, но слабое здоровье не позволил. Короче говоря, потом я ни разу не пожалела, хотя на самом деле, особенно поздние стихи, написанные в эмиграции в Париже, они, конечно, действительно депрессивные, но тем не менее это так. А вообще почему поэзия? Ну потому что ни о какой журналистике я тогда и не думала, а закончила филологический факультет и мы очень рано начали, начинали заниматься наукой, со второго курса, впрочем, как и вы, но на самом деле там, на филфаке, все гораздо серьезнее было. Да, и у меня, я, мы выбирали научного руководителя, как и вы, и я выбрала человека, ну, в общем, единственного учителя, которая была большим специалистом в тот момент уже по, это называлось, лингвистическая поэтика, то есть по языку поэзии. Вот. Ну и, разумеется, ведь человек же ну, хороший ученик, вот он потому и хороший, что он идет за учителем. Да? И, конечно, она меня увлекла, и многое мне дала. И, собственно говоря, и диплом я писала про современных поэтов, про Вознесенского, про Самойлова, так что я и про них много чего знаю. Вот. И, конечно, я много чего прочитала про серебряный век вообще, но, в общем, конечно, это было интересно. Вот. А потом я раздумывала, чем заниматься дальше на самом деле. И я уже... Я не очень большой знаток и не очень большой любитель современной поэзии, вот поэзии 21 века. Вот. И стало понятно, что но ну, вот этим я заниматься не стану, хотя э, мой руководитель ну, советовала ей хотелось, чтобы какое-то продолжение этому было. но нет. Ну и тогда да, я стала думать о том, чем же я могла бы заниматься, что меня вот э, действительно интересует. А как появляется у вас новая научная тема? как вы к ней приходите? Ну, раньше тяжелее появлялось, сейчас все легче, потому что опыта все больше. Ну, то есть вы, например, просто смотрите телевизор, а я многие вещи подмечаю. Ну, так любой ученый, любой филолог, да, ты не просто читаешь э, тексты, там, медиатексты или смотришь, да, медиатексты, а что-то в них опять-таки подмечаешь. Подмечаешь, э, что-то тебе становится интересно. Кроме того, на новую научную... То есть можешь натолкнуть на тему материал. Вот тебя заинтересовал материал. Так было вот с последним совсем моим исследованием, когда я, поскольку я ну, активный пользователь раздела «Фигурное катание» на Sports.ru, значит, я увидела тенденции в новых, появлении новых форматов, новых жанровых форм. Меня это чрезвычайно заинтересовало, и я увлекла этим коллегу свою, Ольгу Сергеевну Роголеву, и мы, стало быть, написали довольно большую статью, и думаю, что ни одну мы такую статью сделаем, систематизировав, обобщив и проанализировав вот эти новые тенденции. А эти тенденции, они не закончились. Собственно, вот работе там буквально месяц-полтора, а я вижу уже еще какие-то новшества, которые придумывают блогеры, да просто пользователи профессиональные журналисты ну короче говоря вот видите можно из личного интереса да вот это извлечь на материале а иногда бывает для этого надо бывать на конференциях и читать читаешь диссертацию новую особенно когда слушаешь доклады чужие доклады да вдруг ты понимаешь батюшки вот можно еще вот этот аспект исследования и этот оказывается можно и вообще когда ты ну как-то понимаешь как идет научная жизнь в твоей сфере да, в России то ты понимаешь какие сейчас ну как принято говорить тренды в науке да, тренды в исследованиях в медиа исследованиях и так далее ну вот наверное так и как ваш выбор пал именно на спорт ну потому что я была болельщицей Uh, и я помню, что мне некоторые говорят, что правда, что ли, ну, идешь там на арену Омск или там еще тогда СКК, да, и что правда, что ли, ты вот, вот эти крики, шум вот этот, но он тебя не раздражает и прочее. Ну, то есть как-то у людей не вязалось это. Вот, ну, для меня это была нормальная сфера. Ну, то есть я начала читать спортивную, э, спортивных комментаторов, стала читать тексты спортивных журналистов, как-то следить за этим. Тогда еще интернет СМИ-то сначала не было, потом они появились, но только официальные, ну, в общем, не, то, не та история была, что сейчас, но, тем не менее, ну, да, как бы я поняла, да, это не такие глубокие тексты, да, я умею гораздо глубже анализировать, но, но здесь это совсем другое. И потом ракурс, ну, мой взгляд на спорт, он же был не просто Uh, там стилистика, да, жанры. Там, ведь докторская совсем не про это. Первоначальная идея, самое главное, была, от которой все отталкивалось. Это, ну, в общем, если перефразировать, спорт в России больше, чем спорт. Uh, спорт как идеология, спорт как часть политики, спорт как проявление нашей ментальности, как концентрированное выражение. Uh, духа народа, если хотите, но ну, всех его достоинств и недостатков, как рассказ про то, какие стереотипы о себе самих мы в в этой сфере показываем, ну типа там только победа, да, там любой ценой русские побеждают вопреки там и прочее прочее а, вот э, вот это заинтересовало то есть вот идеология спорта я бы сказала тогда это было только начало потом об этом стали писать но ну, мне кажется что это хорошо и ну в общем где-то предмет гордости что я во первых была первой извините за тавтологию а во-вторых, как сказал один коллега из Питера, ну, наконец-то кто-то показал, как надо анализировать такие тексты. Ну вот, собственно говоря, и пять лет написания докторской с нуля, хотя да, вы правы, многие люди продолжают, и у них есть уже ну, то, что называется базой. Но мне кажется, это было э, так занимательно, хотя немножко авантюрно. А расскажите как про какое-то исследование, самое для вас интересное, научное, которым вы бы горди гордитесь больше всего? Но мне легко ответить на этот вопрос. Мне кажется, что мне удались обе диссертации. И если кандидатская диссертация, я до сих пор так и не выпустила отдельной книгой ее, хотя мне кажется, что переработав, можно это выпустить. это и сейчас было бы интересно, потому что я вот такого монографического исследования стиля, стиля этого поэта, о котором я писала, так и пока не дождалась. Ну, то есть о нем писали много литературоведы. То есть мне не стыдно за ту работу, и она была очень интересная. И мне кажется, что э, монография, которая, в общем, показывает, э, каким выводом я пришла в докторской диссертации, вот монография про русский спортивный дискурс, э, тоже совершенно мне не то, что нечего стыдиться, а мне кажется, что, э, ну, гордиться, не гордиться, но, э, да, мне кажется, что это качественная, интересная, работа и достаточно легко читающаяся и которая может быть интересна многим а сейчас не скучаете по поэзии по серебряному веку ну нет когда где-то что-то выходит или печатают что-то новое, ну, особенно если кто-то опять изучает, но ну, все равно продолжается же изучение, то мне интересно всегда это почитать, да, и я многое помню из того, что читала, ведь я начитала все мемуаров, да, мемуаров эмигрантов и так далее, это же интересные совершенно вещи, Гиппиус, Мережковский, для меня это уже были не просто там какие-то имена декадентов каких-то, да, вот, но нет, нет, не скучаю, более того, э -э -э все то, что происходит сейчас в интернет в СМИ спортивных, в гражданской журналистике, связанной со спортом, ну и вообще все то, что происходит вообще в сфере спорта, оно как бы ну, и то, как об этом пишут, какие медиатексты появляются, это дает все новый, новый материал для исследования. Короче говоря, как говорят у нас на конференциях, Лена Григорьевна, вы никогда не останетесь без работы. И у вас опять что-то происходит. Ну, то есть, понимаете, да, когда я защищалась, ни о допинге, ни о чем другом речь не шла. Это был одиннадцатый год. Потом была Олимпиада в Сочи, я много про это написала. А потом случилось вот это, когда мы должны были на эту Олимпиаду посмотреть ну, как будто бы перевернуть свое представление, ней. Они... это все отражено же в СМИ, это все очень интересно, да. Но ну, а сейчас просто бурный расцвет э, разных жанров, форматов, в которых работают спортивные, ну и профессиональные журналисты и блогеры, поэтому на ну, чего тут, конечно, это эта сфера меня до сих пор, короче, увлекает. Тем более, что э, это э, эти занятия подвигли меня, но ну, еще больше болеть, еще больше попытаться профессионально разобраться в тех видах спорта, ну, которые мне особенно нравятся. Вы были чуть ли не единственной студенткой, которая была болельщицей. Mm -hmm. Вот ну, расскажите тогда, да. Елена Малышева студентка. Какой она была? Студентка? Ой, ну давайте в нескольких словах сейчас. Значит, ну, если в нескольких, то красавица, не знаю, но комсомолка, и отличница абсолютно точно. Ну, то есть, это активность, активно. Это вот я была из представителей активной молодежи. Ну, то есть, это когда ты работаешь в комсомольской организации, я занималась культмассовой работой, так и называемой. Сначала на уровне факультета, а потом уже и на уровне университета. То есть жили мы гораздо веселее, чем сейчас. Но это просто, что тут пенять, время было такое время, да это масса капустников, всяких, всяких э, проектов творческих, и ты их в них всех вовлекаешь. То есть я не сидела на месте, кроме того, я жила в общежитии, еще и там в студсовете возглавляла эту работу культмассов, это по субботам всякие мероприятия, прочее, прочее. То есть вот так всю жизнь, вот так вот в гуще событий. Ну да, вот это, ну то есть комсомолка, да. А я была отличницей, да, ну, ну такой отличницей. Пару раз меня все же вызывали за прогулы, если честно, но там могли лишить стипендии повышенные. Но поскольку, значит, я пропускала с умом, э, критичная я была уже. Э, ну, то есть мне казалось, что уровень преподавания некоторых дисциплин, не наших, сразу подчеркну, не очень. Я, значит, ну вот пропускала. Чего ж тут говорить? Педагогику, помню, пропускала было дело. Вот методику никогда, потому что методику, она мне очень много дала, методику читал знающий человек. А педагогику мне казалось не знающий. Кстати, не только мне, человека этого через год убрали из университета. Но нам-то пришлось учиться, и, короче говоря, он неправильно слова произносил. Но было дело, да, политэкономия не зашла, это сейчас так называется, да. По физкультуре прогулы у меня были. Ну, в общем, а все основное, вот все, что касалось профессии, мне было интересно. Да, у меня была очень сильная группа. В нашей группе из 25 человек было 10 красных дипломов. Ну да, короче говоря, если перечислять формально, то у меня золотая медаль в школе и красный диплом. Но на самом деле это вот, ну, не совсем, эта картинка неправдивая, а это совсем другая история. Но, может быть, мне надо признать, теперь уже я анализирую, мне не очень тяжело всегда было учиться. Мне было интересно, это да, но не очень тяжело. И мне понравилось заниматься наукой, это правда. То есть это было, ну, было видно, что мне это нравится, и у меня это стало получаться. Хотя надо было себя заставить читать чужие книжки. Я все пыталась там сначала изобрести сама, открытие сделать. А оказывалось потом, что это уже все написали. Ну вот, так что вот активная такая была девушка. Все говорят здесь про науку, я хочу поговорить именно о вас. Нет, ну про науку это тоже про меня, но ладно, поняла. Вы очень разносторонняя личность. Расскажите, пожалуйста, а с чего началось вот это вот рвение к фигурному катанию и вообще в целом к спорту? Ой, знаете что, у меня есть такая теория, все любят то, чего у них нет. Ну, значит, я провела свою детскую жизнь за музыкальным инструментом, за пианино, ну, значит, за занятиями музыкой. Но до этого я пыталась еще как-то совмещать музыку, значит, с походами на фигурное катание, на каток в секцию, да, кроме секции еще там по субботам, воскресеньям. Ну, то есть мы бесконечно катались на коньках. Вот. Но потом пришло время выбирать между музыкой, музыкальной школой и вот фигурной катательной секцией. И я выбрала музыкальную школу, я об этом не жалею. Ну, потому что ну, я полагаю сегодня, что никаких у меня особых задатков спортивных, увы, не было. Были какие-то другие, музыкальных было гораздо больше. Но дело не в этом. Во-первых, мне ну, нравился сам этот процесс. И пока я была молодой, то я все равно каталась на коньках. Но, конечно, это не может вызвать да, вот такого интереса именно к спорту, фигурное катание. Но просто я, не забывайте, росла в советское время. В советское время уж, конечно, спорт был больше, чем спорт. И было два национальных вида спорта. Ну, на самом деле их было больше, но показывали два по телевизору. Хоккей показывали и фигурное катание. И, значит, девочка была советская. А советским девочкам нравилось... Нравились те виды спорта и вообще те сферы, где твоя страна самая лучшая. Вот без всяких дураков, лучшее и все. Поэтому да, фигурное катание, как и хоккей, это та, тот вид спорта, где русские всегда были лучше всех. И ты мог гордиться, но потом вы понимаете: да, все-таки человек склонный. К музыке и, э, на самом деле действительно и музыка всегда была рядом со мной это вид спорта э, который соединяет искусство и и спорт высших достижений ну то есть спортивная есть составляющая но есть и творческая и связь с искусством и с музыкой конечно тоже э, вот поэтому конечно этот вид спорта меня очень интерес интересовал и интересует потом был какой-то провал но потом я э, был фигу, были фигуристы или фигурист даже один, который вернул меня к просмотрам бесконечным. Ну то есть вернул. Такое часто бывает с болельщиками. Они уходили от этого вида спорта, да, а -а -а. и вернулись из-за какого-то отдельного спортсмена, а за которого они начали болеть. Это случилось. Накануне Олимпиады 2002 года, э, Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, э, я за год где-то до этого, я вот до этого не следила, серьезно. Э, я, во-первых, стала читать много, вдруг стали писать об этих двух фигуристах, о противостоянии э, Плющенко и Ягудина. И потом я один раз увидела Ягудина уже в олимпийский сезон, ну, до еще Олимпиады, но в олимпийский сезон. Ну и все, как бы это случилось один раз и бесповоротно. И я на самом деле считаю, что э, хотя сегодня я много уже знаю о нем как о человеке, но я продолжаю отделять спортсменов и людей. Ну, понимаете, да, как глупо влюбляться в кумира, например, как у молодых бывает. Глупо ждать, что великий актер это вот человек такой, как он, каким ты его придумала. Поэтому меня не смущает то, что он говорит часто сейчас в соцсети, в соцсети как люди вот разочаровываются. Я видела вот этот сплав искусства и спорта в нем и как бы он меня тронул, кроме того, тронула вот эта спортивная борьба, потому что на самом деле борьба там была не шуточная, вот эти эмоции. Я вот впервые увидела, что драматургия, которую дает спорт, она часто, ну, никакой Шекспир, не сочинит таких сюжетов, которые там происходят. Но вот Ягудин, да, вернул мой интерес к фигурному катанию. А дальше уже, как говорится, пошло-поехало. Фигурное катание, как и любой вид спорта, это же сила воли, это вот накал страстей. Как вы считаете, вы обладаете этой силой воли? Я себе отвечала на этот вопрос, между прочим. Задавала его и отвечала. Если бы у меня были способности к какому-нибудь виду спорта, я уверена, что я сделала бы все, чтобы победить. Я очень люблю побеждать. Я вообще люблю быть первой. Вот скромно это, не скромно, значит, mm -hmm. мне все равно. Это правда. Это так и есть. Но ну, то есть то, что называется лидерские качества, это правда чистая. И я сама себе говорила, если бы меня направили в нужное русло, и, возможно, у меня бы получалось в каком-то виде спорта. Mm -hmm. А я знаю, что победа это не только талант, а это труд. И я бы все сделала, чтобы... И я очень злая была бы э соперница. Ну, то есть, mm -hmm. мне понятно то, что называется спортивной злостью, спортивным азартом и амбициями. Мне это понятно. И мне тоже кажется, второе место это проигрыш. Я в этом смысле вот такой максималист. Да. Так, это многим, правильно. Так многим чемпионам кажется. Мы на самом деле все знаем, что вы очень трудолюбивый человек. Ну, а, это есть. Да, да, да. А на самом деле, вот в личной жизни вам это трудолюбие не мешает? Ну, трудолюбие то, что ты занят, да. Ну, во-первых, про личную жизнь. Вы личную жизнь что имеете в виду? Ну, семья, семья, да, 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 семья. дети, да там дети. и так далее. Ну, во-первых, многим могло бы и мешать. Во-первых, ну это значит советы молодым сейчас начались. Но во-первых, нужно правильно выбирать себе партнера, пару, ну значит мужа, потому что он должен понимать, с кем он имеет дело. Не каждый это понимает, и не каждому нужна такая жена. Более того, я вам скажу, что большинству такая как раз и не нужна. Я помню, что Молодой муж моей подруги зашел к нам, а я писала тогда кандидатскую. Никаких компьютеров, стол завален книгами. Вот прям посреди квартиры этот стол посреди комнаты, и он произнес фразу: "Господи, кто ж на таких женится?" Вот он, он, он выдохнул ее. Значит, ну я показала на ну, человека, который все-таки женился. Если не шут, если не шутить, то да, должно быть понимание, что вот зачем-то этой женщине вот это надо. Потому что очень много времени забирает подготовка к занятиям, да, ты все время чем-то занят, у тебя не нормированный рабочий день, это тоже вроде для женщины не очень, да. Она какими-то науками еще занимается, ездит на какие-то конференции, ну и вообще она вот да, мало думает о доме, ну или недостаточно думает о доме. Да, значит, ну во-первых должно быть понимание, да, и человек должен понимать, что по-другому не может, ну, просто человек будет несчастлив. Если вот он так не будет реализовываться. Это, во-первых, это придает сил. Но должна быть какая-то помощь. Не могу сказать, что я вот, окружена этой помощью. Когда-то ее было больше, когда у меня была мама, да, и она была в силах помочь, она всегда помогала. Но, конечно, вы понимаете, мама будет гордиться и помогать. Это так. Вот. Но когда не стало сил, понятно, что все это на тебе. Но на самом деле я отвлекаюсь таким образом. То есть как-то у меня находится время, потому что... Может, потому что я мало сплю. Но я люблю заниматься домашним хозяйством. То есть оно меня не раздражает. Я не люблю чисто женские хобби. Вязание, шитье, вот эта вся история. А мыть, готовить, убирать – это вполне мое занятие. А в-третьих, про детей. Дети воспитываются не потому, что ты все время, ну, я не знаю, как квочка их м -м, окружаешь вот этим, mm -hmm. да. А, я вообще уверена, что детям мама должна быть как праздник. Mm -hmm. Ну, я полагаю, что мама, сидящая дома, пусть простят меня эти мамы, иногда получает не то, что она рассчитывала. Она получает, что ему неинтересно с ней, этому ребенку. Mm -hmm. Он не готов с ней делиться, потому что он, ну... Дети тоже прагматики, не оценивает, да, в должной мере ее, возможно, интеллект, да, ее знания и прочее. У нас получилось иначе. Они все время видели, как я пишу и работаю, и читаю. Они читающие, э, они хотели и хотят разговаривать, но ну, не, не, не только ты поел, шапку надел, вот не этот разговор, а разговор... Ну, понятно, о смысле жизни. Ну, в общем, да, и ты тогда как-то получается, само собой, что и дети духовно близкие, и в то же время, если я сказала, что должно быть чисто, то будет чисто, и они в этом смысле тоже не возражали. Нет, личная жизнь мне помогает. Но мне кажется, что когда ты жертвуешь личной жизнью ради чего бы то ни было, ну, семьей, угу. детьми, ну ради науки или... Там актерство или еще чего-нибудь. Мне кажется, что это, это путь плохой для женщины. Должна быть гармония в этом деле. А можно уточнить, вот вы считаете, что вы для многих являетесь примером для подражания? Не уверена. Ну, мне, ну, я не, не очень. Может быть. Я точно знаю, что во многом для дочери. Она не будет это отрицать, хотя там у нас есть борьба. Но Точно, я думаю, что да. Я думаю, что мое мнение не безразлично моему сыну, это точно. И если оно, ну, совсем категоричное, он задумается, значит, что-то не так. Но мне кажется, что вот так. Uh -huh. Мне кажется, что есть женщины, которые обладают теми же недостатками, может быть, даже молодые женщины, может быть, даже среди студентов обладают теми же недостатками, ну, например, э не идеальный, мягко говоря, вес, да, там, что-то еще, э который, ну, может быть, смотрит и видит, что если, ну, мне кажется, что видно, что недостатки иногда можно превращать в достоинство, или, во всяком случае, э ну, как бы не зацикливаться, не, не испытывать комплексов, да не, да, не подчеркивать, а наоборот, э жить так, что, ну, когда ты общаешься, уже люди перестают замечать, а замечают что-то другое. Может быть, в этом можно брать какие-то примеры? Возможно, да. Спасибо, Лена Григорьевна. До свидания. И вам спасибо.